Почему часто при лечении гормональными препаратами неэндокринных патологий происходит подавление функции эндокринных желез? Это происходит потому, что вводимые гормоны в избытке подавляют синтез и секрецию тропных гормонов в аденогипофизе. В результате снижается трофика эндокринных желез и синтез ими гормонов. Вследствие этого, когда заканчивается лечение, очень важно постепенно снижать дозу гормонов, чтобы собственные железы постепенно адаптировались и начали вырабатывать необходимые гормоны в нужном количестве. Если же произвести резкую отмену гормональных препаратов, органы, будучи гипотрофированы в результате снижения уровня тропных гормонов, будут не способны выделять нужные гормоны в нужном количестве, в результате будет возникать гормональная недостаточность. Поэтому, когда вы назначаете вашим пациентам гормональные препараты, помните о том, что выводить с этих препаратов ваших пациентов нужно постепенно. С вами был Антон Деркач. До новых встреч!